В районе села Келлеровка сгорел грузовик. По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, сообщение о возгорании на номер 101 поступило в 11 часов 36 минут. По прибытии специалистов пламя из моторного отсека автомобиля переместилось на его прицеп. Машина сгорела полностью. При пожаре никто не пострадал. Предварительная причина – короткое замыкание проводов. Безопасность дорожного движения на месте в настоящее время обеспечивают сотрудники батальона патрульной полиции.